Так, не доставайся же ты никому. Житель Камчатки сжег машину своей бывшей. О произошедшем автоледи сообщила в полицию. Она рассказала, что сначала экс-бойфренд угрожал ей, а затем поджег автомобиль и скрылся. Оперативники нашли и задержали поджигателя. В ходе опроса 26-летний мужчина рассказал, что во время романтических отношений он вкладывал деньги в ремонт и обслуживание автомобиля своей пассии, а после расставания потребовал отдать машину ему в пользование. Девушка отказалась, и во время очередной ссоры злоумышленник решил поджечь спорное имущество, рассказали в полиции. Там добавили, что по факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.